Так, ну вот. Это икорка вареная. Красивая такая. А это икорка просто солененькая. Да, выглядит, конечно, огонь, Валера. Но это у нас сейчас солится. Так, начинаем с девчонок. Вот такая вот красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Но я не буду снимать, как я пробую, бо у меня мой канал закроют. Так, ну что, попробуем. Сегодня делать нечего. Маленькие корки надоели. Правда, у нас тут новостройка. Маленько все разбомблено еще. Кухня только маленько готова. Так, март месяц. Будем пробовать. Тут вот у нас и корки маленько есть. Чуть-чуть форелевой. На истыках. Немножко эмулированная. Тут у нас еще форелька вот есть. Слабосолененькая. Опасный момент. Видно, не видно, не знаю. Лень доставать, честно говоря. Не упал. Такая вот еще вкуснятинка у нас есть. Так, будем пробовать. Будем пробовать. Солить. Солить. Что нам надо? Нам надо поставить водичку, покипятить. Так, нам сказали примерный, какой у нас будет рецептик. Поэтому будем пробовать. Так, все немножко сумбурно. Сейчас водичку прольем. Будем пробовать, что у нас из этого получится. Так, что нам надо? Нам надо шоколада, да? Это вот. Так, сейчас наберем. Сколько тут у нас литра? Три воды. Нет, литра четыре воды. Литра четыре воды наберем. Будем пробовать. По рецепту идти. Будем поглядеть. Что у нас? Ну, если что-то не получится, ничего. Катьке отдадим на крайняк. Вторая партия по-любому лучше будет. А первую Катьке отдадим, ничего страшного. Так. Нет, все-таки 3 литра возьмем. 3 литра воды возьмем. Шняк. Будем покипятить. Так, это у нас какое? Джун-джун-джун-джун. Что мы знать? Ты, наверное, да? Как тебя включать-то еще? Что-то включилось. Как ты включаешься? Сейчас ёкарный. Первый раз, честно говоря, включаю, поэтому не ругайтесь. Ну все, ждем, пока закипятится. Так, а мы сейчас икорку, наверное, достанем пока. Так, сейчас будем поглядеть, что у нас там выйдет. Пошел я за икрой. Немножко икорки. Совсем чуть-чуть сегодня получилось. Может быть, не презентабельно будет в неготовом виде. Но вкусно. Это факт. Я вот солить ее, конечно, вообще никак. Я в основном мастер яиц только. Но надо начинать когда-то учиться пробовать. Так, ни весов у нас ничего нема. Новостроечка у нас. Поэтому мы будем поглядеть, как все это делать. Будем пробовать, как получится. Что не получится, Катьке отдадим на крайняк. У нас так-то ее много здесь. Мы можем
вообще особо не парится. Особо не парится. Попробовать выбрать то, что нужно нам. Остальное оставить. Остальное оставить. Так, ну будем смотреть, что у нас тут. Листыки мы пока уберем. Пока мы не знаем, что с ними делать. Это потом будем пробовать. Что не получится, то Катькам отдадим. Что получится, сами съедим. Это пущай пока будет. Это вот еще не овулировала икорка маленькая. Потом будем спрашивать, что с ней делать, как с ней быть. А мы возьмем пока овулированное. То, что мы где-то видели краешком, как все это солится. Хотя бы есть шанс попробовать, чтобы получилось. Так. Да, кушать проще, конечно, чем готовить. Прям на раз проще. Надо, наверное, заниматься чисто своим делом, да? Кто-то нам подсунул икру не ту. Ладно. Даю, бери, бью, беги. Опасный момент. Так. Ну все. Все. Вот мы. Так. Чудеса техники. Так. Чудеса техники. Вот мы их маленечко и разделили на две. Одна у нас истыковая, одна овулировавшая. Вот она истыковая. Так катка пусть мучается. Бо у нас, наверное, не получится, а это наша. С этой мы что-нибудь попробуем сделать. И желательно вкусное. Ладно, будем поглядеть у нас, что тут еще пока. Женщина это греет. Греет. Ладно, обождем. Потом будем пробовать следовать рецепту. Ладно, как-то так. Так, ну, что я вам скажу. Позвонил знающим людям. Это тем, которым, если что-то не получится, им все достанется. В основном. Как специалисте широкого профиля. В основном по поеданию этого деликатеса. Эту, короче, нестыковую мы оставим. Ее пробивать надо. У меня, я же сказал, новостройка. У меня еще маленький порядок везде. Маленечко. Поэтому микроходки у меня, естественно, тут нету. Дель на работе. Поэтому мы вот эту вот сварим. Ну, в смысле, засолим. А эту... Эту мы пока уберем. Туда пусть она там будет. Потом либо возьмем микроходку, либо вернем ее просто-напросто. На работе посолят знающие люди. А мы будем этим заниматься. Так, вот только соль я взял. Не знаю, хватит мне, не хватит. 350 грамм. Сколько столовая ложка-то весит? Ладно, будем поглядеть. Все равно что-то получится. Женщина еще пока не кипит. Но закипает, по всей видимости. Ладно, будем готовиться. Сам боюсь. Не бойтесь. Так, ну что, самое скучное кулинарное шоу. Снова в строю. Будем что-то пробовать. Должно что-то получиться. Если долго мучиться, что-то да получится. Сейчас мы зомбоящик потише сделаем. Так. Наверное, вот так вот еще даже интереснее, да, будет со светом. Ох ты, тетя Света-то пришла. Что-то замыргала. Ага, герцы не совпадают. Ну да ладно. Поглядим, что из этого выйдет. Так.
как бы мне камера занята, пусть занята будет. Я вот уже маленечко, вот у меня клинопись. Чё, куда и как. Тут у меня уже соли отмерено, немерено. Ох, страшно-то. Вода кипить, вода кипить. Да. Смак из меня, Макаревич, конечно, никакой в ашпе. Так, пока вода кипит, бабахнем туда маленько соли, наверное. Ой, ну, с Богом. Если долго мучиться, что-то да получится. Так, что-то я точно не спросил, надо потом докипятить его или все-таки бахнуть и сразу солить. Так, у меня 3 литра, это где-то на сколько? Я сейчас посмотрю там в этой поваренной черной книге. Мастерский рецепт сенсея. Так, на 1 литр, на 1 литр воды полкило икры. У меня 3 литра, значит 1,5 килограмма. Мы принимаем это за 2, я так думаю. Так. Тебя опять отключить. Не знаю, как тебя отключить. Вот в наглую. Может так прям? Точно. Ха! Чудеса в решете. Отключено. Так. Мусор выкидываем. Мусор выкидываем. Очень порядочный. Так, страшно. До жути. Так, что делаем? Ну давай, с Богом. Так, что-то типа этого. 30 секунд. Ай, все дела. Наверное. Как по обесклеиванию привычка считать. Ну, вот что-то, наверное, порядка 30-то есть. Дальше не знаю. Будем пробовать сливать все это добро. Что из этого выйдет? Батюшки святые. Что-то даже выйдет, наверное. В любом случае, если долго мучиться, что-то да получится. Ай, холодное. Ничего себе. Что-то получилось. Даже маленько. Что-то получилось. Что-то да получилось. Надо будет только почистить маленечко. И что-то должно получиться. Что-то там такая страшненькая была. Сейчас даже ничего. По-моему, я только мало, да? Маленько ее. Маленько мало я, по-моему, ее поварил с перепугу. Ничего. Блин, много Катьки будет икры так-то. Пусть пока постекает маленько. Потом мы ее почистим. Помоем. Ой, помоем. Почистим. Попробуем. Сейчас поостужаем маленечко. Да, конечно, криво-косо. Но что-то-то получится. Так, что надо будет еще, наверное? Сейчас эту сначала помучаем. Потому что мы поторопились. Что-то я разнервничался. Повар. Как бы стряхнин не получился из всего этого добра.
более соли, чистой солью. Ну, я что-то решил так попробовать. А в принципе можно будет вторую сделать. Точно. Вторую мы, наверное, сейчас так и сделаем. Чистой солью. И попробуем разницу. Что из этого выйдет. Что-то-то из этого да выйдет. Какая вкуснятина получилась. Не знаю, видно вам, нет. Ну, как минимум вкусно. Мамочка моя. Это нечто. Сейчас мне позвонят. Да? Еще раз, что хотите? Нет, 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 нет. Конечно, конечно, конечно. Угу, давайте. В принципе, даже вкусно вроде как получилось. Маленько соли мало, конечно. А я мало, вернее, я мало держал. Поэтому мало. Да что ты будешь делать, все названивать? Так, ну чё, вот попробовал, эту вот посолил, но ее надо маленько почистить, как бы чистая, хорошая икра, но маленько надо вот повыбирать вот такие вот штучки-дрючки. Это вот женская работа, конечно. У меня нервов не хватит, но выбора нету. Так, а эту мы попробуем посолить по-другому, по способу дяди Боли. Попробуем. Будем поглядеть. Бо у нас эксперименты. Значит, можно повыпендриваться маленько. Кулинарное скучное шоу продолжается. Так, где у меня ложка? Вот она ложка. Так. Сейчас мы маленечко отмоем. И попробуем, как тебя Боря. Как Ленин завещал. Просто солью. И потом сполоснем в соленом растворе, если нужно будет. Ну чё ты не выключаешься? Выключился. Так, он сказал на хитрый глаз делать. Чё тут, наверное, килограмм-то есть. С килограмм. А возьмем красный хитрый глаз. Значит, на хитрый глаз. Что из этого выйдет, понятия не имею. Наверное, хватит. Так. Что из этого выйдет? И посмотрим, что будет вкуснее. Но цвет, конечно, будет, видимо, отличаться. Бо это вареное. У меня еще камеры. Палец камеры. И скучное шоу, и кадры огонь. Так. Пусть постоит. Мы маленько на соль потом попробуем. Явно соли еще надо. Я уже до того напробовался эту икру, что у меня, по-моему, как того уже Верещагина, только от красной. Какая гадость. Это ваша красная икра. Тра-та-та, тра-та-та. Чай постоит маленький, потом попробуем, что из этого выйдет. Да, кулинарное шоу, конечно, огонь.
Огонь, кулинарное шоу получилось. Ну ладно. А потом будем как это? Ай, ёкарный бабай, не русский. Как это? Пробовать, короче. Только надо какое-то незаинтересованное лицо, бо я уже до того натрогался, что я лучше борща бы поел. Честно, откровенно, от души сказать. Так, ну, маленько прошло время. Я маленько почистил эту пинцетом. Эту засолили мы. Она постояла. Ну, попробовал, честно говоря. Это вкусней, которая просто солью посолена. Но это мое сугубо личное мнение, конечно. Но мне кажется, что так вкуснее. Опасный момент. Опасный момент. Будем раскладывать все это добро. Надо же готовиться. Красота среди бегущих. Да, конечно. Сейчас наешься, потом и не хочется ее даже, а потом, когда нету, так хочется. Парадокс. Как кто-то говорил. Так, ну раз мы, как и говорили, раз у нас эта икра сильно не получилась, мы ее и отдадим тем лицам, которых указывали ранее. Пусть они меня ругают, что я не так сделал, не то пальто. Так. Так. Баночка одна. Готовченко. Будем вторую пробовать. Раскладывать. Да. Кто-то, наверное, сейчас будет смотреть и водочки захочет, а может даже и даст маленечко водочки. Вообще была идея, конечно, на канале сделать какой-нибудь конкурс и отправить победителям что-нибудь и как-нибудь в виде икры какой-нибудь. Но пока что-то вот никак не до конкурса. Так где я была. Вернее, она и есть, конечно. Но сейчас пока не до нее. Когда-нибудь мы ее реализуем. Только она не будет, как у всех, что там случайно генераторы чисел и все прочее. Мы не будем полагаться на случай. Мы будем награждать кого надо. Я так думаю. Так, ну что, все, вот так вот получилось, да? Так, так вот получилось. Вот так вот получилось. Хорошо получилось. Конечно, кто знает, нам это быстро делать, но я вот как-то так это делаю. Долго, медленно. Сейчас мы друшлак отмоем. Так, это мы закрываем. Закрываем. Две баночки. Баночки закрываем. Что-то не закрывается у нас одна баночка. Что, с горочкой вышло? Будем как Альфа закрывать. Так. Брек. Пойдем их в холодильник упакуем. Опасный момент. Не упал. Так, опасный момент. Так, вот сюда пусть стоит. Красивая, уже остыла. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Так, теперь будем туманенько. Ой, будет долгое мутное видео. Кому делать нечего. Обычно у меня бывает, вот, на канале кто-нибудь пишет. Час ночи, сижу, смотрю, просчитываю. Что такое, не знаю. Рыбу ловил два раза в жизни, и то в супе.
Ну, бывают такие товарищи. Вот еще одно сделаем такое. Чем не спится. Пусть они тут сидят, смотрят все это добро. Так, ладно, я пока буду мыть. Ничего красивого и умного не скажу. Поэтому отключимся. Так, скучное кулинарное шоу продолжается. Сейчас мы маленечко будем сливать эту икорку дядю Борину. Дядю Борину икорку будем мы сливать. Так, сейчас мы еще разочек попробуем, наверное. Правда, уже, честно говоря, аж тошнит от нее. Ну, надо попробовать еще разочек. Она уже, по-моему, просолела. Солью, как по мне, вот это угадали. Она вообще, конечно, красивая такая, прям как... Ой, много не буду брать. Кто хочет попробовать, нате за меня уже, а то и мне плохо от нее. Так, ну ладно, мы сейчас ее почистим. Мы ее почистим. И потом суп с котом, да? И потом посмотрим, может быть, еще и досолим. Ну, это... Так, прямо поглядим. Так, ладно, это все оставим маленько. Это все оставим. Что у нас получилось? Ну, это красивше, конечно, прям вообще. Красивая такая. Прям красивая. Вообще цвет другой и вкус, конечно, другой. Наверное, я дядьбориным способом буду пользоваться теперь. Скорее всего. Мне он больше понравился. Ай, красота. Может, маленько досолим ее? Не знаю, правильно, нет. Здесь солить, да? И Боре потом покажем, он скажет. Что-то хочу маленько покруче. Соль у меня мелкая. Хочу маленько покруче. То отдадим. Как будто она у нас получилась, не получилась. А это мы, пожалуй, уработаем. Так, красота среди бегущих. А, какие. Да, есть прелести в этой работе. Красота. Так, ну все, ем шоколадку. Бо икра мне уже надоела. Все. Ну, честно говоря, конечно, эта икра, как по мне, так вкуснее. Душистей, яркая, красивая, прям как будто нарисованная. Так что, скорее всего, в будущем будем останавливаться все-таки как дядь Боря соль. Дядь Боря знает, дядь Боря пожил, и корки поел под водочку, он знает, что к чему. Девчонки молодые еще, неопытные. Поэтому, наверное. Так что все-таки с солью вкуснее. Потом ее не промывать, ничего не треба. Не знаю, по мне очень вкусно. Может быть и надо, я небольшой технолог, но я не помню, чтобы дядь Боря это делал. Будем повторять все. За специалистами можно повторять. И нужно. Так, так, так. Бег. Бег. Бяку убрали. Бяку убрали. Едем дальше. Так вот как-то вышло у нас. Что-то я промаялся, конечно, с ней уже. Я ее, видимо, долго еще есть не буду, эту икру. Так, ну что, скучное кулинарное шоу подходит к концу. Пробный выпуск. Скорее всего... Следующие выпуски будут уже выходить на другом канале. Заведем супруги канал. Она там будет
Она там будет уже всякие штучки показывать. Она у меня поваренок тот еще, так что особенно с рыбой там будет, я думаю, очень много. Прям очень много. Рыбку у нас можно разную найти. Так что ждите, буду. Свой канал никогда не пиарю. Ну, жене придется, конечно, маленько помочь. Так что ждите, будет рекламка. Не знаю только когда, но будет. Ну что? Красота среди бегущих, как говорил классик. Так, ехали. Цыгане. Так, зомбоящик. Так. Норму выполнил по заготовке. Икры. Наверное, Алис капут. Надеюсь, вам понравилось. Бо мне уже от икры плохо, но кто-то будет доволен. Всем пока! Так, ну и маленько продолжим. Добавим, вернее. Маленько. Вчера посолили. Сейчас я, кстати, еще не пробовал, причем честно не пробовал. Даже вот не имею привычки врать, и сейчас не буду. Кулинарное шоу скучное. Вот сейчас мы попробуем ту, мы не промывали после посола. А это мы попробуем промыть. Не знаю, сколько надо соли. Все на хитрый глаз. Пел один знакомый дедушка. Ладно, не суть. Мы сейчас попробуем вот эту вот вареную вчерашнюю икорку заморскую баклажанную. Так, чтобы мне не отображаться, то я красивый. И вот эту, дядь Борину. Посмотрим, что у нас получится. Потому что если долго мучиться, что-то да получится. Так, новостройка. Одна ложка. Так, ну вот. Это икорка вареная. Красивая такая. А это икорка просто солененькая. Да, выглядит, конечно, огонь, Валера. Но это у нас сейчас солится. Так, начинаем с девчонок. Вот такая вот красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Но я не буду снимать, как я пробую, бо у меня мой канал закроют. Вкусно мне, как моя жена говорит. Ну, дядь Борину попробуем. Это я не промывал. Посолил, но не промывал. Так, ну получается, уж, наверное, прошло. Просолила, я тут маленько приготовился. Водичку подогрели. Водичку подогрели. Пальчиком потрогали. Горяченькая. Но не закипятили. Сейчас будем пробовать что-нибудь делать. Сделать как минимум ее надо соленую. Так, ну тут, наверное, столько будет достаточно. Не знаю ни одной дозировки, ничего не скажу. Понятия не имею эти дозировки. А будет соленая. Возьму это, промою ее простой водой. И все. Видно, что вода не кипяченая. Маленькой корочки. Да. Теперь нам этой корочки хватит. Ой-ой-ой, насколько. Ой-ой-ой-ой-ой, насколько нам ее хватит. Опять будут меня смотреть и ругать, что я не хороший человек. Может быть и так. Я думаю, что скорее всего так. Эй, холодная. За ушко подержимся.
Бо холодная вода. То меня просят на канале, а вы снимаете, что делаете? Вот вам, вам же хуже. Сидите, смотрите, что я делаю. Да, кулинарный шедевратор из меня. Где моя ложка? Получите, распишитесь. Попробуем промыть ее маленько, эту икорку. Я, честно говоря, первый раз переживал, думаю, как-то странно. Не промывать, ничего. Думаю, ладно. Дед Боря знает, дед Боря пожил. Поверим его опыту. Но, в принципе, не ошиблись. Очень вкусная икорка. Че, ну еще разок, наверное, и хватит. Я думаю, это вдруг весь вкус смоем из нее. Ну, все. Все, теперь стекай. Потом пинцетиком почистим. И посмотрим, что из этого всего выйдет. Ну, красивая, конечно. Не сфокусируешь, да? Ах, и камеры. Не сфокусирует. Ну, поверите на слово.